Thank you.
сегодня первый старт в сезоне. Как оно? Сегодня я здесь оказался совершенно случайно. Неожиданно для себя сделал вот эти 50 метров. Вот, ну, завтра основная дисциплина, как раз в Беластах буду нырять, так что расчет именно на завтра и на воскресенье со статикой. Так вот, ладно. Скажи, что ты сейчас нырял с осторожностью или больше, чем ожидал? Чисто так, осторожненько, аккуратненько, не перенапрягаясь. Правильно, спортивный подход, с расчетом и холодным рассудком. Абсолютно. Поздравляю и желаю удачи в следующем раз. Спасибо. Результат был 103, но это было в 25-метровом бассейне, там немножко проще с учетом толчков. Вот. А 50-метровый, да, это первый результат, за соточку вышел. Круто, очень круто. Спасибо.
Ну, дела хорошо, в принципе. Не стал гнаться за метрами. Думаю, ладно, как проплыву, так проплыву. В общем, главное там 50 проплыть. Надо учиться все-таки за комфортом следить, я так понял для себя. Не за метрами, да, ставить, что я вот должен там проплыть 70 метров любой ценой. Все-таки надо следить, я думаю, за комфортом. Вот, и поставил себе цель. Ну, 50 надо на комфорте как-то суметь проплыть, а дальше там уже работать постепенно уже по метрам. Ну, в общем, так. В целом, доволен марафоном? Пойдет. Нормально. Ну, улучшил в любом случае, чем прошлый результат. Вот. Ну, чуть-чуть прибавил, в общем, да. В общем, не гонимся, спокойненько, в удовольствие, чтобы было все. Вот так. Такую цель поставил. Спасибо. Дисциплина, опное. Ну, ощущения очень хорошие, волнения практически не было. Задача была минимум доплыть до бортика и развернуться. И сегодня все получилось вроде. Завтра посмотрим в ластах, как получится. Волнительно было? Нет, нет. Вообще, ну, чуть-чуть где-то волнительное. Все было как на тренировке. Максимум или четкий расчет? Можно было еще чуть-чуть протянуть. От бортика плохо оттолкнулся. Супер. Поздравляю. Спасибо. 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 Свой бест на 6 метров, но первые соревнования в этом году, поэтому очень много волнения и дискомфорт пришел в метрах на 25. Дальше тужился. А так все нормально, настрой хороший. Как тебе дисциплина брасса? Любил ее? Да, да, нравится. Из-за сложности, из-за того, что нужно контролировать себя. Очень хорошо. Здорово, поздравляю тебя с бестом. Спасибо. И желаю в дальнейшем делать так. Спасибо.
тебя с первым днем соревнований, с белой карточкой. Спасибо. Расскажи про нырок. Ну, в прошлом году я нырнула 80 с копейками, в этом 88. И поначалу ставила себе задачу, типа, мне нужно проплыть 100. Я так много работала, мне нужно 100. Но меня это только раскручивало, и, короче, никакого спокойствия не добавляло. Потом мысли были, что нужно с кем, ну, в соревновательный какой-то момент входила с другими участниками. Это тоже никак меня не успокаивало. И в итоге я пришла к мысли, что мне второй тур я должна была прийти сразу, что нужно проплыть просто лучше, чем было в прошлый раз на соревнованиях. И я думала, если я 81 проплыву, это уже будет как бы круто, потому что я свой результат улучшила. В принципе, эти мысли меня и успокоили. И много получалось подумать о том, как я буду совершать нырок, на каких этапах, как я буду работать. И это удалось привнести. Может быть, во время сухого воображения нырка не всегда получалось довести полностью, удержать мысль, а все равно это помогло. Здорово, спасибо. Спасибо. Желаю удачи на следующих стартах. Спасибо, Таня. Постаралась, потерпела. Я обещала себя хвалить. Хвалю, я потерпела. Очень сильно волновалась. Мне что-то подташнивало. Ну, в общем, я всегда так на соревнованиях. У меня дискомфорт начался очень рано, непривычно рано для меня. Ну, в принципе, я, конечно, недовольна результатом. Это не бест и все такое. Но я еще и проболела весь декабрь. Что есть, не попробовать. Желаю удачи в следующих стартах и надеюсь, что в следующих стартах гораздо больше довольна собой. Спасибо.
помнишь? Наташа, привет. Привет. Белой карточкой. Спасибо большое. Как ощущения, как прошел урок? Новосибирск, как всегда, безумно гостеприимен. Здесь обалденная атмосфера, спокойная, доброжелательная, дружеская, вода легчайшая, плыть кайфово. Я не могу понять, откуда берется это жуткое волнение, хотя для него нет никакой причины, ни одной мысли. Я плыву, как вы знаете, на мантре. Она мне очень помогает, но все-таки я плыла на очень высоком, прямо зашкаливающем пульсе. И, наверное, это помешало сделать больше результата. У меня недавно была травма с поломкой ноги, и поэтому я сделала только тот результат, который у меня обычный. Для меня 109 метров – это, ну, как бы моя обычная такая форма. И хорошо, что я в нее уже вошла. До этого 9 декабря на Вангарске я 111 сделала, поэтому, ну, где-то вот в этом пределе пока кручусь, буду стараться делать больше, входить в форму. Отлично, мы желаем завтра тебе, Дмитрию, удачи. Спасибо. Спокойствие, пусть ты получишь. Всем удачи, всем хороших эфиров, пока. Всем. Поздравляем с белой карточкой. Поделись своими впечатлениями, ощущениями, как все прошло. Ну, как обычно, все как-то немножко, наверное, скомканно получилось. Высокий пульс перед нырком. Почему-то никак не могу успокоиться. Вроде уже не первые соревнования. Но у меня в этом сезоне, в принципе, первые. Может быть, это дало свой отпечаток. Потому что все-таки пульс достаточно высокий на старте. Но самое главное, я знаю, что нужно не мешать организму работать. Пусть он плывет свою сотню и свои 150. И там уже дальше принимаем решение по ситуации. В принципе, получилось неплохо для начала моего сезона. Скажем, 150, ну, нормально брасом. Поздравляем. Завтра также спасибо. Участвуешь в старте. Да, в Моноласте участвую, да. Ну все, отлично, до завтра. Спасибо.
привет. Сегодня ты поддержал наше соревнование, выступал в дисциплине 8:50. Пожалуйста, расскажи, какие у тебя эмоции вызвал этот старт? Эмоции исключительно положительные. Я очень рад поучаствовать дома в подобных соревнованиях. Рад, что дисциплины фридайвинга и апноэ у нас развиваются в городе. Это очень радует, что испытать все эти непередаваемые ощущения гипоксии можно и в родных стенах, не обязательно куда-то ехать. Это радует. В целом эмоции положительные. Для меня это скорее такое, как первый старт сезона, да, разминка перед остальной частью программы скоростной. Вот. Даже не знаю, что еще добавить. Только эндорфины и позитивные эмоции. Спасибо, Леша, что поучаствовал. Надеюсь, ты дашь пример другим ребятам из скоростного плавания. И, может быть, они заинтересуются и будут поддерживать дисциплину 8:50. Надеюсь, что смогу поспособствовать развитию и привлечению как скоростников, так и мотивировать остальных фридайверов улучшать свои результаты, добавлять скорости, улучшать технику. Всем есть над чем работать. Спасибо, Леша. Привет. Привет. Поздравляю тебя с белой карточкой. Спасибо. 8:50. Это первый твой опыт. Да, это был мой первый опыт. Классно выступил, как я считаю. Улучшил время почти на 1.5 минуты с последней тренировки. Я думаю, это поспособствовало заслуженный мастер спорта рядом со мной на дорожке. Вообще, классная атмосфера очень. Дружелюбная, спокойно, комфортно. Супер, поздравляю тебя. Спасибо, спасибо, Танюша. Какие планы на дальнейшие дни? Буду консервативно заявлять длину. Постараюсь выполнить, давно не тренировал. Вот так вот. Желаю удачи тебе. Спасибо, Танюша, спасибо, спасибо. Что хотите передать своим подписчикам? Что их очень сильно люблю. Следите за нашими соревнованиями. Приезжайте и участвуйте. Ставьте лайки. Будем сквозь вас.